Вот мой телефон. Huawei Nova 2. К нему я на Алиэкспрессе заказала чехол. Сейчас посмотрим, что это за чехол. Потихонечку его порывем. Как всегда, такой неплотный конвертик, не порвется. А внутри вот такая матрешечка. Уплотнитель положили, чтобы не поймать. Вот такой силиконовый чехол с наклейкой в виде матрешки. Не знаю, сколько она проживет, но будем надеяться, что подольше. Должно подойти. Посмотрим. У нас кнопки с ребра, поэтому с них и начинаем. Вот так вставляем. Аккуратненько. О, легко заходит, никаких лишних движений. А вот сенсор, камеры, все совпадает. Такой простой резиновенький чехольчик с наклеечкой в виде матрешечки. Почему наши не делают так? Мезенская роспись. Очень интересная матрешка. И очень удобный чехол. Спасибо Алиэкспрессу.